На ликвидацию последствий взрывов на Балаклейском арсенале выделили более 100 миллионов гривен. В городе сейчас полным ходом идет восстановление разрушенных зданий. Процесс займет, по расчетам чиновников, еще около месяца. До сих пор во многих домах нет газа и электроэнергии. Чиновники наконец-то определились. Будут выплачивать максимум по 20 тысяч гривен на одну пострадавшую семью. Но все ли деньги дойдут до пострадавших? В этом сомневаются харьковские активисты, которые сегодня пикетировали областную администрацию. Подробнее Светлана Шикера. 10 миллионов из собственных резервов и 100 миллионов от Кабмина направят на ликвидацию последствий взрывов на Балаклейском арсенале. Такое решение депутаты облсовета приняли на внеочередной сессии. Что нужно будет сделать на эти деньги, чиновники оглашают фронт работ. У нас получилось разрушение 373 объекта, из которых 339 – это жилые дома, 12 объектов социальной сферы, 22 объекта – это жилищно-коммунальная сфера и объекты промышленности, из которых 117 домов многоквартирных и 222 дома частных. Но внушительная на первый взгляд сумма – это лишь треть от необходимого, уточняют в облсовете. Общий ущерб, по данным на сегодняшний день, составил 380 миллионов гривен. И восстановить все собственными силами область не сможет. Мы обратимся к нашим народным депутатам Украины от Харьковщины, чтобы один из очень важных таких вопросов обеспечения жильем тех семей, которые полностью его сегодня, скажем так, потеряли. Это около 93 семей и порядка 180 человек. Не осядет ли часть выделенных государством денег в карманах чиновников, активисты не уверены. Они вышли на предупредительный пикет и призывают контролировать чиновников. 100 миллионов гривен, которые надходят на рахунки, они могут элементарно розкрадатися. Мы закликаем и Харьковскую областную державную администрацию, и депутатов областной рады, чтобы они негайно створили одну комиссию, две, пять комиссий, которые могли бы створюватися за допомогою активистов, чтобы эти кошти можно было проконтролировать прозоро и нормально. Чиновники на требования активистов пока никак не отреагировали. Светлана Шкера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.